Чё творим? Про меня зовут Царь Геонис. И просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь поди ты же знаешь, Пёдр, мой Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, против тебе не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной пати на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимать Настя. И банда, вы не поверите, но в интернете появилась новая легенда, что куклы Барби следят за нами. В этой легенде говорится, что в их голове находится маленькая камера, с помощью которой они снимают нас и все данные передают Даркнет. Только вдумайтесь, какой-то маньяк в Даркнете следит за нами. И именно поэтому сегодня я купил две куклы Барби и обычная кукла. В легенде говорилось только о кукле Барби, но я подумал, что если в этой обычной кукле тоже будет камера, и это будет значить, что если у кого-то из вас есть кукла, то за вами также могут следить. А также, банда, после того, как я проверю эту легенду, я разрежу эти две куклы, чтобы посмотреть, как же выглядит эта камера. А тем временем, бро, давайте на это видео наберем 20 лайков. И тогда я с Даркнета закажу настоящего питомца. Это может быть собака, кот, хомяк или же даже рыбка. Только вдумайтесь, какая в Даркнете может быть рыбка. Именно поэтому скорее ставь лайк. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм. И на инстаграм Насти. И в своих инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами. Подпишись на нас, напиши нам директ и все, жди. Уже совсем скоро мы отдадим именно тебе. Так что будет скорее, ссылка в описании, ставь лайк. А мы тем временем проверяем эти куклы Барби. Погнали! Итак, банда, надеюсь, вы готовы. Сейчас я вам зачитаю пару статей про эти куклы. Первая статья называется «Куклы следят за нами». Уже многообещающая, не так ли? Одна из самых популярных игрушек следит за нами. Я пронимала известную куклу Барби. Окей, начало уже многообещающе, но то, что будет дальше, вас очень напугает. Я купил эту куклу из новой коллекции своим дочерям. Но то, что я увидел дальше, меня напугало до посидения. Эта кукла ничем не отличается на вид от предыдущих серий, разве что маленьким экранчиком на спине и ценой. Я долго не мог понять, зачем этой кукле маленький экранчик, и решил разобрать ее. Увиденное внутри меня шокировало. Там были микросхемы, чипы и провода. Я подумал, что эта кукла умеет разговаривать. Возможно, именно поэтому она стоила целых 50 баксов. Кстати, именно за такую цену мы купили эту куклу Барби, которую сегодня разрежем. Но когда я разобрал голову, я чуть не посидел. В голове куклы находилась камера, которая записывала видео. Она следила за мной даже в то время, когда я ее разбирал. Со злости я бросил куклу на стол, и с нее выпала флешка. Недолго думая, я вставил флешку в свой компьютер. И то, что я там увидел, заставило меня пойти в полицию. На флешке была запись, как моя младшая дочь играет с этой куклой. Записывалась не просто игра, а весь день моей дочери, даже поход в туалет. Только вдумайтесь, банда, кукла все время следила за его дочерью, за маленькой девочкой. А все эти данные передавались в Даркнет, это же полная жесть. Я буду шокирован, если сейчас меня эта кукла снимает. Тем временем, банда, вторая статья. Правительство создало куклу, которая следит за нашими детьми. Название реально очень стрёмное, именно поэтому я зашел на эту статью. Они следят за нами с наших телефонов, а теперь с куклой за нашими детьми. Кстати, банда, по поводу телефонов, это правда. Если мы возьмем новый iPhone 12 и включим его, то камера начнет плымать. Это означает, что за нами прямо сейчас наблюдают. Просто жесть! Прямо сейчас с моего телефона со мной наблюдает правительство и слышит все, что я говорю. Очень надеюсь, что после сегодняшнего видео со мной все будет нормально. Тем не менее, продолжим читать. Правительство в их кругах прошел слух, что хакеры с Даркнета взломали базу данных, где были все видео прямые трансляции с этих кукол. Теперь эти куклы используют для того, чтобы воровать детей и требовать выкуп с родителей. Только вдумайтесь, банда, это же полная жесть. Или же получать запрещенные материалы для дальнейших продаж психически нездоровым людям. Я надеюсь, банда, вы понимаете, что это за кадры. Как понять, что ваша кукла следит за вами? На спине куклы будет экран, с которого можно посмотреть записи. То есть, по идее, на одной из этих кукол должен быть сзади экранчик, и мы сможем посмотреть все, что записывалось ранее. Иногда у куклы горят глаза красным светом. Это показывает, что запись ведется прямо сейчас. Но вроде бы в наших ничего не горит. Также куклу можно подключить к ПК или телевизору, чтобы посмотреть все видео. Не пытайтесь разобрать все свои куклы, ведь многие из них это просто игрушки. Но я же, банда, проигнорирую последнюю строчку. Я обязательно прямо сейчас их разрежу, чтобы все это проверить. Итак, у нас тут целых две куклы. Для начала разрежем вот эту, потому что она легче. Это прям довольно тяжелая, возможно, она реально за мной следит. Итак, банда, первая кукла. Вроде бы у глаза не светится. Даже дырок никаких нету для камеры, но все же давайте ее достать.
восстанием. О, просто посмотрите, какая она красивая. Надеюсь, что внутри нее не будет никаких микросхем и камеры. Итак, нужно ее оторвать от коробки. Просто посмотрите, какая красивая принцесса. Я очень расстроюсь, если она будет за мной следить. Но все же, банда, мы должны ее разрезать. Давайте ее каким-то образом разденем. Итак, снимаем с нее платье. И, кстати, обратите внимание, у нее так красиво крутятся руки. Это довольно дорогая кукла. Я таким в детстве никогда не видел. Снимаем с нее это платье. И, по идее, вроде бы ничего не слышно. Слышите что-то? Она пустая, банда. Даже свет через нее просвечивается. Окей, ну все же, мы должны ее разрезать. Давайте разрежем ее где-то посередине, прямо в животе. Да, давай. Окей, думаю, это будет хорошая идея. Окей, это будет как мини-операция. Надеюсь, ей не будет больно. А что, если она живая, банда? Окей, ты уже моя жизнь, но все же давайте ее развязать. Итак, просто проколми живот. О, черт. Это просто жесть. Давайте теперь возьмем ножницы, чтобы немного ее разрезать. Окей, банда, разрезаем ей живот. Очень туго проходит. Очень туго идет. Но все же, посмотрите. Внутри ничего нет, она пустая. То есть это все-таки была обычная кукла. О, господи, даже немного жаль, что мы ее разрезали. Давайте также на всякий случай разрежем ей голову, чтобы проверить, нету ли там камеры. Так, банда, будем разрезать ее ножом. О, господи, прям посреди глаз. Просто посмотрите. Окей, вроде бы там ничего нету. Нету никакой камеры, она просто сжимается. Просто посмотрите, там полностью пустота. Это все-таки была обычная кукла. Окей, похоже, мы зря ее разрезали. Но дальше у нас кукла Барби. Она уже намного тяжелее, чем эта кукла. Возможно, получается так, что обычные куклы за нами не следят. И это очень хорошо. А вот такие специальные куклы, как Барби, все же за нами наблюдают. Просто посмотрите, сколько здесь всего. Сама кукла, полотенце и ребенок. Думаю, что нету смысла разрезать ребенка. В нем точно ничего не поместится. А вот то, что может быть в этой кукле, нас может очень заинтересовать. Давайте ее как-то оторвем отсюда. Итак, я ее достал. Это нам уже больше не понадобится. Теперь в наших руках кукла. Вы не поверите, банда, но она очень тяжелая. Намного тяжелее, чем та принцесса. О, черт, банда, вы только послушайте, слышите? Там реально что-то есть. Окей, давайте быстрее ее разденем. О, черт, посмотри, экранчик! Он здесь реально есть! Получается, эта кукла за нами следит! Быстрее нужно ее разрезать, скорее раздеваем ее! Это просто жесть, она все это время нас снимала, здесь реально есть экранчик! Быстрее, аккуратно, как ты разрезаем сбоку! О, черт, она довольно твердая и очень тяжело разрезать! Окей, давайте будем резать ей живот! Возможно, мы все-таки сможем ничего не зацепить, если здесь аккуратно разрежем! Окей, банда, прокалываем! Черт, просто жесть, чего их вообще делаю? Окей, немного разрезали, теперь с этой дыркой можем разрезать ей весь живот. Черт, возьмем ножницы, думаю, ему будет легче. Эту куклу резать намного легче, банда. О, господи, я уже что-то чувствую. Окей, я разрезал ей полностью живот, давайте посмотрим, что там. Вы видите это? О, господи, там схемы и микрочипы. Просто жесть, неужели она реально за нами наблюдает? Окей, тем не менее, давайте теперь разрежем ей голову и посмотрим, как выглядит эта камера. Мне просто не верится, банда, она реально за нами наблюдает. Окей, тем не менее, давайте мы здесь и разрежем голову. О, черт, попытаюсь сделать все это очень быстро. Я так переживаю, банда, из-за всего этого. Меня даже немного потрушивает. Ну же, давай, пробивайся. Что не так с этой куклой? Окей, тем не менее, посмотрите, мы сделали дырку и разрезаем ей голову. О, господи, я все пытаюсь снять одним кадром, чтобы вы все увидели впервые меня. О, черт, банда, просто жесть. И посмотрите, что там. Там что-то лежит, там камера. Вы видите это? Она реально там лежит. О, господи, мне просто не верится. Я пытаюсь ее вытащить. Только посмотрите, там реально камера. Просто посмотрите, банда, здесь камера лежит. Вы видите это? Она нас снимала все это время. Это такое жесть, мне просто в это не верится. Эта кукла реально за нами следит. Просто гляньте, там реально лежит камера. Вы видите? То есть у каждого из вас тоже может быть такая кукла, которая за вами следит. Это просто жесть. Окей, где флешка, которую мы должны увидеть все видео? Где флешка? О, черт, почему ничего? Чего нету, банда? О, посмотрите! Она выпала, о, господи! Там реально была флешка, банда, вы видели это? Просто посмотрите, банда, вот она! Окей, давайте теперь эту флешку вставим в компьютер и посмотрим, что на ней есть! Итак, банда, я вставил флешку, она называется Картол, карточка в кукле! И здесь были какие-то две видеозаписи! Окей, давайте для начала посмотрим первую запись, а потом вторую! Окей, банда, я запускаю первую запись! Итак, пока
пока что здесь ничего не понятно, только были видны какие-то руки. Там на фоне играет телевизор, что это вообще? Возможно, именно это снимала кукла. Посмотрите, кто-то играет за куклами, вы видите это? О, черт, это маленькие дети! Просто жесть, Банда! О, нет, она показала свое лицо, там маленький ребенок, маленькая девочка! Кукла следила за ними, вы видите это? То есть, получается, эта кукла уже была у кого-то до нас! Это просто жесть, там другие куклы Барби! Окей, я не буду смотреть все видео, немного я промотаю! Посмотрите, они просто играются! И даже не подозреваешь, что их сейчас снимает скрытая камера! А все это транслируется в Даркнете! Это просто ужас, Банда, вы видите это? Маленькая девочка, маленький мальчик, похоже, играют куклами. О, господи, а сбоку стоит именно эта кукла, которая сегодня у нас. Я так думаю, почему мы купили эту куклу в таком странном месте? Она продавалась не в детском отделе. Окей, тем не менее, Банда, дети просто играют за куклами. Что она только что сделала? Это просто жесть! Мне не верится, сколько еще таких кукол есть в мире, которые наблюдают за всеми! Окей, что она сделала? После этого просто вырубила запись! О, черт, Банда, я не знаю, что это было, но кукла реально наблюдала за детьми! Тем не менее, давай теперь посмотрим вторую запись! Вторая запись сначала в каком-то магазине! Погоди, это же наш магазин на районе! О, господи, Банда, это же АТП, это я! Посмотрите, это мы с Настей! Это тот день, когда мы нашли эту куклу! О, господи, вот я ее взял! Она лежала в отделе с хлебом, не знаю почему! Я вам сказал заранее, что она лежала там, где надо! И просто посмотрите, именно в этот момент я ее рассматриваю! О, господи, после этого мы ее купили! Окей, давайте промотаем немного! О, черт, запись оборвалась, началось все на улице! Мы идем домой, вы видите, это Банда! Она просто все снимала! Всю нашу улицу, по которой мы шли! Это просто жесть! Мы реально просто идем, даже не подозреваем, что нас сейчас снимают! Окей, Банда, я буду мотать все как можно сильнее. О, черт, где это мы? Выходим около магазинов. Просто же все это время я ходил с этой куклой. Она уже несколько дней стояла у нас дома. Это просто жесть, она все сняла и разлила в Даркнете. Это такая жесть, Банда. Окей, скоро мы уже будем доходить домой. И вот он, посмотрите. Мы поднимаемся в наш подъезд, вы видите это? О, черт, я просто не могу в это поверить. Она реально за нами следила. Окей, мы входим в подъезд и просто идем. И все это снимала эта кукла. Я просто в шоке, Банда, мне в это не верится. Мы вызываем лифт, заходим в него, а кукла все снимает. О, черт, даже больше представляю, что она дача сняла. Сколько всего тайного с моей жизни она вам может показать сейчас. Окей, тем не менее, мы заходим ко мне в квартиру, и пока что ничего не происходит. О, черт, я не понимаю, почему она снимает только определенные моменты. Возможно, снимает только когда двигается, когда с ней кто-то играет. Итак, я ее ставлю на стульчик, и она стоит перед зеркалом, она снимает сама себя, вы видите это? Это просто жесть, Банда! Кукла снимает сама себя этой маленькой камерой! Окей, супер, Банда, дальше запись почему-то закончилась! Тем не менее, я в шоке, мне не верится, что мы сегодня узнали прям такую тайну! Правительство реально от нас это скрывало, мне просто в это не верится! Куклы Барби за нами следят, нужно это когда прекратить! Посмотрите, ли на ваших куклах нету сзади никакого экранчика! Потому что если он будет, то за вами точно наблюдают! Тем не менее, Банда, вот комменты из прошлого видео. Просто выскакивай шикарный, идеальный комментарий. А про если ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь нужно опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже в новом видео. Лайк, колокольчик, коммент и в видео бандит. А также, бандит, не забывай подписываться, чтобы быть супер бандит. И помни одно, оставайся таким шикарным. Ба!